2時間半にわたる僕たちのコンサート。Спасибо, что пришли на наш концерт. あっという間に次が最後の曲になってしまいました。И вот уже настало время для последней композиции. Анкор がなければ最後っていう意味です。Но это означает, что если вы не позовете нас на бис, то это будет последняя песня. Та песня, которую мы сейчас исполним, это является песня, одна из традиционных и представительных для данного инструмента Цугару Шамисен. Цугару Джонгарабуши という曲を演奏したいと思います。И мы исполним вам Цугару Джонгарабуши. 我々はこの日本の伝統楽器ツガルジャミセンの良さを楽しく見ていただきたく、こういったパフォーマンスを交えて各地で活動しています。Мы в разных районах стараемся и показываем такие интерактивные выступления, чтобы многие люди смогли обратить внимание на такой традиционный инструмент японский шамисен. ツガルというのは日本の中でもとても寒い地域です。Район Цугару даже в Японии считается одним из самых холодных районов. 雪が降り積もって下から舞い上がる地吹雪というのがあります。Там очень много снега, и когда он начинает ложиться на землю, то там возникают снежные метели, которые с земли поднимают этот снег и поднимают его в воздух. Цугару Джамисен の音はその地吹雪の音を表現していると言われております。Говорят, что этот традиционный инструмент Цугару Джамисен как раз и имитирует эти звуки. それでは、ツガルジョンガラブシ最後までトラミ君のスマイルをお見逃しなくご覧ください。А теперь предлагаю вам послушать до самого конца эту композицию и не пропустить улыбку от господина Торами.
братья, неподражаемый же сами стрит. И что вы хотите сказать, вы их так просто отпустите? Yeah, yeah. Готовы немного разогреть свои вокальные аппараты? Давайте вместе громко позовем, как Снегурочку. Только не Снегурочку, а все сами. Все сами. Да. Готовы? Давайте. Три, четыре. Все сами. Все сами. Давайте сами. Все сами. Еще, еще, еще. Подключайте задние ряды. Стенды давайте к нам. Мне кажется, они бегут, а мы убегаем обратно. Спасибо большое. Мы сейчас находимся в наряде, который обычно используется, когда в Японии проводится фестиваль, так называемый Мацури, праздники большие. И последнюю композицию мы хотим исполнить такую, которую бы и вы смогли тоже спеть и поддержать нас. И поэтому я попрошу вас в нужные моменты, чтобы вы откликались на наши призывы. Смотрите, мы будем говорить. Повторяйте. Рассера, рассера. Хорошо. Окей. Мы тогда рассера, 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 рассера. Когда мы скажем вам рассера, рассера, вы повторяете это обратно нам из зала. Все запомнили? Последняя композиция. Thank you.
Россия, 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 Россия. Извините, очень зажигательно. Шинцами стрип. Взять автограф и пообщаться с ними у вас будет возможность завтра в нашей замечательной зоне автографов и общения. Вон там, куда светит прожектор Хинаде. Ну давайте, ну говорите уже слова. Ну давайте, говорите, грустно, слова. Друзья, грустно признаваться, но первый день фестиваля Хинаде 2017 подошел к концу. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Давайте мы всем покажем, как было здорово. Вот я обрел, ой, не то живу, вот так вот, вот, вот. Еще раз спасибо, что вы были с нами. До завтра!